игровых и детских площадок. Давай сюда на эту хорошую посмотрим. Ну это вот вообще прекрасно. Ну тут надо, конечно. Надо попы кому-то посадить. Да. Ну вот это к тому, что вот муниципалитет как обслуживает на сегодняшний момент. Видим, да? Представление сразу уже готово. Да мы все слишком русские. Вот. Вот она, малышка бежит сейчас, не дай бог она. И... Ей на голову приземлится? Голова. Да что, да нет, нет, она вообще не закреплена. Вот понимаешь, что это штука, она просто. Сейчас на голову кому-нибудь. Вот ребенку ухо. Ребят, они все эти вещи. Вот. Да сейчас ребенок чем угодно может ударить. Ну, соответственно, вот. Вот эти вещи недопустимы. Ребенок полезет, сейчас вот он упадет. Да, мой хороший. Вот это все должно быть закрыто. Да, ну отсутствует это вот. Расстояние тоже. Пойдем сюда. Там и не были. Я там два года отработал. Ну вот. Карьеру, поэтому я знаю, ну вот. Ну я хочу сказать, молодцы. Это у нас в планах на да, следующий да, год. Да вы поймите. Блин, на песочек вот подсыпать, это что, надо год отплатить? Вот, сейчас ребенок съедет, вот она острая, да, вот сейчас возьмет ногой. И все, вот. Понятно, можно год, можно два, можно вообще ничего. Вот срежьте ее к чертям собачьим, и все, и проблем нет тогда. Ну, взять вот две лопаты песка, бросить. Вот это вот как считаете? Безопасно, абсолютно. Вот я своего ребенка сюда бы не пустил, вот, честно. Это все ставилось тогда, когда даже не было не предусмотрено вообще какие-то стандарты. Ну, давайте понимаем, мы будем что с вами говорить о том, что выросли стандарты вообще, может, их и не можно было, и старые, да? Конструкции, если их присыпать нормально, ну, сделать, вот, использовать. Почему не насыпать? Вот так песка и проблем нет. Хорошо, но хоть сейчас... углы и срезаны. Да нехорошо. Вот это нехорошо, не срезано. Потому что это вот можно остаться без глаза и так далее.